Всем привет, с вами Hollow, и мы продолжаем играть в Resident Evil 2 ремейк. Прошлую серию пришлось резко прервать, потому что заканчивалось место на жестком диске. Так, а что мы делали? Так, я собирался пойти за, наверное, за дробовиком. Флешку. Наверное, возьмем режущий, на всякий случай. Там вроде были какие-то двери в той стороне. Книга эта сверху. Пойти сразу можно поставить, а можно... Нет, пойдем за дробовиком сначала. Он нам всяко не помешает. О, трава. Пойду ее сложу сразу. Что за звуки? Это ликеры? Чувствую, не стоит мне бегать. Угу. Так, а заколотить окна мне нечем. Твою мать! Ага. У меня проблемы. Shit. Да, я так и знал, что там тоже окно открыто. Да, полежи. Son of a bitch. Ты что такой быстрый? Так, парни, я даже не знаю, стоит мне с вами разбираться или просто бежать. Вы меня не схватите за ноги ж, правда? Не надо. Угу. Здесь все-таки где-то ликеры. Твою мать. Да ну нафиг! Ну, пойди, давай, родной. Не-не-не-не-не-не-не. Так, у нас есть тут проход. Здесь где-то... Ага. Давай, по-быстрому. Здесь никого нет. О, это нам пригодится. Хотя, я не уверен, что туда опять пойду. Флешка. Трава, флешка. Блин, как все хорошо здесь. Это детонатор. Детонатор, ну так, это... Угу. Блин. Чё так страшно? Ага. Вот мы и попали, куда нам нужно. Точнее, нужно-то нам сюда. Только вот проблема в том, что нет у нас места. Давай карточку сюда. А можно сначала дробовик? А, в нем нет патронов. Ну, потрясающе. Так. Почему на четверку? Наверное, думаю, стоит подняться наверх. Кнопки у нас нет. У меня же здесь ящик рядом, точно. А, флешка нам не нужна. Смотри, давай посмотрим. Что это?
Неизвестное электронное устройство. Нам нужны батарейки. Ага, детонатор без батареек для взрывчатки. В нем нет батареек. Ну, так как батареек у нас нет, значит, мы тебя и скинем. Даже не знаю, оставить дровик. Вдруг ликеры будут. Давай пока вот это скинем. Да даже не знаю, может оставить. Не, давай пока скинем. Так, вернусь за патронами. Оттуда я пришел, да? Патроны здесь. А, там нам тройка нужна, по-моему, для патронов. Подождите, двойка. А, секунду. 208. Отлично. А еще думаю, в прошлом раз, что-то я забыл здесь. Так, можно как-то? Нельзя, да? Жалко. Так, это теперь наверх. Наверх ставить. Побежали. Не-не-не-не-не-не. Не надо. Так, а это выше было или... Это было здесь точно. Так, это мы где, простите? Душевая. Офис Старс. Мы можем сейчас попасть в Офис Старс. Ну, я надеюсь. Если здесь, конечно, никого не будет. Злого. Молодой человек. Что-то не доверяю я тебе. Почему было сейчас сохранение? Он был живой? Может быть, я зря это. Так. Знаю я вас. Открывай, отходим. Не? Грустно. Возможно, не стоило шуметь, здесь ликеры. Угу. Угу. Что-то меня затаривает патронами на дробовик. Не нравится мне это. Не, мне это нравится, но... Не думаю, что мне это понравится скоро. Молодой человек. Твою мать! Блять. А можно фонарик потушить? А, он все равно нас не видит, да? Давай спишемся, а может и созвонимся. Во. О, он тут не так выглядит. О, куртка Криса. Флешечка. Так, что у нас тут еще интересного? Прикольно. Чуваку мало на работе. Он еще и в игры в такие играет. О, тут нету сейфа, жалко.
сейфе обычно ништяки лежат. Ну так, давай. Траву пока брать не будем. Может, у нас тут еще есть, так места нету. Кто дартс? Где-то эту паду слышу. Ага. Так. Нас ликер не услышит, если я в нее стрельну. Ну, давай испытаем судьбу. Сделаем вид, что это не мы. О, желтый порох, отлично. Нет, места пока нет. Так, а там, по-моему, желтый и обычный порох. Патрон для Вега или просто два желтых пороха. Что, простите, мы сюда должны вставить диск? Ну, боюсь, мне нечего тебе дать. Угу. Необходимо подтвердить профиль. Ставьте электронный ключ. Ага, понятно. Так, а это у нас чей офис? Вескеры? О, батарейка для взрывателя. Типа крона. Так, служебная записка. 22 сентября 98. Запись о перемещении офисных принадлежностей. Термостойкий сейф с комбинацией из трех чисел. Перемещен из офиса Stars второй этаж в западный офис первый этаж. Ага, это тот, где... Там, где нас вытаскивал Марвин. Комбинация 9 лево, 7, 9 влево, 15 право, 7 лево. Изменить ее сразу после изучения записки. Дело снабжения полицейского управления Ракунс. Я понял. Значит, нам надо там забрать какой-нибудь ништяк. О, фотка Старс. Клево. Могли бы какой-нибудь намек дать, что это стол Вескера, там, обыскать 50 раз, получишь фотку Ребекки. Не? Грустно. Места у нас нет. Нам надо возвращаться. Так, ликер же нас не тронет, правда? Ты не ушел, нет? Я сделал вид, что я с тобой не знаком. Блять. Все, давай, до скорого. Так, значит, какой план? Скинуть флешку, ставить батарейку. Книжку еще можно пойти вставить. Можно будет сразу детонатор поставить, но не взрывать его. Обследовать, что там у ликера. Не-не-не-не-не-не-не. Так, ну там полно зомби спереди. Придется выходить обычным путем. Подожди, мы вообще выйдем обычным путем. Так, вот через офисы мы можем выйти. А точно, у нас же есть пароль. Там 9 лево, 15 право, 7, по-моему. 9 лево. Сейчас так. Нет? 15 вправо. Или подождите, я когда кнопку жму вправо, он листает влево.
Видимо, да. Так, значит, 9 влево, 15 вправо. Не должно ничего щелкнуть там. Нет? А, вот так. Я понял. Давай по старой схеме. Нет, подожди. 9 лево. Пятнадцать вправо. Семь лево. Надеюсь, точно 7, а то мало ли. Правильно. О, клево. Это то, что нам необходимо. Да, Ленька? Так, теперь можно вставить батарейку. Марвин. Марвин, не стоит. Я слежу за тобой. Так, надо ZSF скамить, как обычно. А то ликер меня что-то расстраивает. Так, это храни, храни, храни. Давай сюда. Книгу даже не знаю. Потом, наверное, положу. Или сразу пойти положить, может, там что-то есть. Хотя там зомби. Ну его нафиг. Пойдем через офисы. Сюда мне. Ага, так, давай. Единить. Детонатор. Я даже не знаю, стоит бахнуть, чтобы ликер туда пришел и освободил мне это место сразу. Или попытаться его промансить. Да не. Сейчас сразу вставим. Блять! Ну я же видел! Твою мать! После того, как увидел ликера, мне теперь страшно. Ну что за... А я могу вставить ее, но не взрывать? Типа... Нет, да? О, не могу. По-моему, зря я это... Текай, парни! Ну, я знал, что так будет. Ну-ка, давай аккуратно. Блять. Он пришел, кажется. Да, он пришел, твою мать. Так. Это у нас богиня. Ух. Так, записка офицера. Ой. Документ офицера. Ага, богиня. Богиня, стрела, вернее, лук и змея. Так, ага, тут еще ржавое все. Богиня, лук. Это не лук. Вот это лук и змея. Вот это змея. Делаем вид, что нас здесь нет. А, подожди, это зомби. А где ликер?
твою мать! Просто потеряемся. Потеряемся отсюда! Не в ту сторону. Не в ту сторону! Так, 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 так. У нас проблема. Нож, 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 нож. Тут это подстава вообще-то. Давай, 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 давай. Иди отсюда. Фу, блядь, страшно. Не хочу я с тобой дружить больше. Так. Ничего я тут не упустил больше. Ну это реально была подстава, этот зомби. Блин, ладно, ликер один бы можно было проскочить, а зомби это трындец. Нет, больше здесь ничего нет. Так, надо взять хилку. Медальон пока оставлять не буду. Отдыхайте там. Так, план действий. Пойти к статуе. Забрать все в офисах Старс и пройти дальше. Интересно, это был один и тот же ликер или нет? У нас сюда есть проход или это просто бутафория? Видимо, просто. Не наспавнило. Так, патронов у нас на еще на одного ликера нет. 3 патрона всего. А хер там. Еще один. Да, нам это пригодится. Так, что еще было? Точно, медкит. Вроде на карте должно. Ну, пойдем. Попробуем помансить. Он же не должен слышать нас, когда мы просто идем, да? Хера он тут повеселился. Не-не-не-не-не. Твою мать. Ты ж меня не видишь, правда? Пиздец, ты страшный. Не-не-не, успокойся. Успокойся, не надо, нет. Тебе это не нужно. Нихера себе он мне упорол. Открывай дверь. Блять. Ну, трындец, как не повезло, просто охереть. А если мы сразу приговорим вот этого зомби? Подожди, а мы уже взорвали, да? What
Отлично. Где ликер? Или ликер появляется после того, как выберешь медаль? Так, там у нас богиня, лук и змея. Меня не видел, сука. Все? Чё ты быстро? Точно все? Может, это из-за того, что в голову все влетело? Уже было не так страшно. Я все-таки хочу мансануть против того ликера, мне, типа, тратить патроны и такое. Но этот загрелся почему-то. Может, ну так надо. Типа скрип. Хотя, в принципе, можно того ликера вывести, если близко к нему подойти впритык и сразу дать ему 4 выстрела в башку. Типа, не строить с ним там шашни. Заберу хилку, наверное. А, давай там спишемся, созвонимся, ну ты в курсе. Так, хилка, по-моему, была. Все ж точно. Вроде все. Ну что там, так и висит, что ли? У него там прикол. Здорово. Ты где? Все? Как жаба упал. Ты страшный, хотя уже и не совсем. Так, а здесь у нас что? Прачечная. Не очень интересно. А это мы сделали шорткат, я понял. Ах, там полно зомби тоже. Молодой человек. А, это я уже разобрался. Медаль. Мы все забрали, ж правильно. Это второй этаж. Там надо в руку вставить. Там холк лежит. Здесь у нас что? Рукоять, ага. Пойти надо статую сейчас вставить. Не думаю, что пока надо открывать проход. Ну его нафиг. Марвин. Чувачок. Ну чё, ты ехал? Не, вроде живой. Почему я целиться не могу? Так, это сохраним, сохраним, пока тоже сохраним, и возьмем книгу.
Подожди, мне показалось, что я где-то забыл зеленую траву. Нет? Это тоже сейф. Пароля у нас нет. Да, давай так. Спишемся. Ну, как обычно. Ничего себе. Только хотел посмеяться. Типа, а так нельзя было вытащить? Подожди, а что нам с ним делать-то теперь? А, ну красный рубин это был в той книге. Нам его вытащить надо? Ага. Ну да. Дорого стоит. А что с ним делать? Ну ладно. Будем иметь в виду. Здесь у нас нифига нет. Тут у нас рукоять. Там у нас зомбари. Видимо, что, остается открывать только подвал? Что-то не очень хочется. Ага, давай. Нет, не трогай меня. Все, давай. Сейчас. Меня терзают смутные сомнения, что если когда я ставлю камень, Марвин сзади встанет. Так, это оставим. Я думаю, нам... Хотя нет, здесь уже горит, что нам больше не нужны кусочки. Ну и ладно. Медальон заберем. Так, патронов мало. Подожди. Что у нас там по пороху? У нас порох есть. Надо забрать. Еще есть. А если порох такой и такой смешать, что будет? А, подожди. Желтый обычный порох. Это дробовик. А этот и этот, это для револьвера. Я понял. Не, пока, значит, оставим. Так, объединить. Ну, не густо. Еле живой же. So it goes underground. That's it. That's our way out. Lieutenant Branna! Marvin! It's time to go. Hey, Marvin. We need to get you to a hospital right now. No, I... Save yourself. Come on, I've got you. Go! Look, we can still make it out of here together. You just can... It's too late. I tried, Leon. But I couldn't stop it. We can't let this thing spread. It's on you now. Just go.
understand. I won't let you down, Marvin. А назад нас пустят? Прикольно тут у вас. Порох. Хотя ладно, давай. Лишний раз не смотрите картинки. Видос. Даже не знаю, оставить. Что за зоопарк здесь? Насколько я понимаю, карты у нас нет. Пугайте так. И что? Че, за часом не бриллиант нужен этот? Форма достаточно похожа, только вот этой выемки не было. Хотя бы писали там выемка. Обычно в резаках писали такую штуку. Закрыто. Попробовать. Подожди. О, граната. Так, выберите на экране снижение. Уничтожать врага в зоне поражения. Взять изготовку, бросить. Можно применять для контратаки. Если вас схватили, но в этом случае эффективность сильно снижается. Типа в рот засунуть? Я помню такие приколы. Да, я ачивку видел. Попробуй сходить за алмазом. Просто написано дорогой предмет. Типа, а нафиг он еще нужен? Моя догадка провалилась. Теперь придется таскаться с ним камнем, потому что обратно его не понесу. Зато буду богатый. Что за херня? Что, он может флешек взять?
Твою мать, Биркин! Можно я просто убегу? Жари. Думаю, там. Лежит, надо забрать. Нет, Биркин. Не гони. Нахера себя сверкает. А, здесь всего лишь трава лежит. Вот это, по-моему, ошибка. Ошибка! Твою мать. Блин, долгое время прицеливания. По-моему, ему плохо, и стоило бы, наверное, сейчас в него пострелять. Открывай глазик. Блин, да чё я за ошибка за ошибками? Так, дробовик оставляем для того, чтобы он подходил, и мы его станили. Я понял. Правда, где он? Твою мать! Я опять зашел в тупик. Как он это делает? Втекаем. Да ёб твою мать. Биркин, отстань. Вот прицепилась, блин. Ты чё, гонишь? Ну дай передохнуть. Yeah.
опять будет прыгать. Мне кажется, я делаю не так. А нет, все так. Сходи к офтальмологу, у тебя глаз классный. Ну, хила пока есть нормально. Патронов вот грустно. Угу. Блин, там граната лежала. Мне в панике было как-то не до этого. Где лестница? Я понял. Подожди. Назад. А, вот он. Травы насыпали. Испачкал всего собака. Нас обмазывают, слушай. Думаю, может стоит сделать патрон для дробовика. Или все-таки оставить на револьвер.
Кажется, мы стреляли. Это место было в трейлере, и там были собаки. О-о-о, ненавижу собак, блядь. Ну, в смысле, здесь. Не рычи. Насыпьте патронов, пацаны, лучше на дробовик. Ты какая тачка? Конечно. Сколько я понимаю, здесь закрыто все. Keycard. You gotta be kidding me. Get off of me! Hey! Who is that? Stay sharp. Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Не, ну интересно же. Hey, I'm not done talking to you. Ну, я так понимаю, мы ее не догоним. Эй, да. Она испарилась. Отлично. Так, стрельбище. Там, скорее всего, есть где-то и оружие. Отлично. А вот морг мне не совсем нравится. Точнее, совсем не нравится. А вот это мне нравится. Что у нас здесь? Почему у нас карта сюда не прорисована? Молодой человек. А, здесь у нас тюрячка. Блять. Мысли. Чё орёшь? Как они-то поподохли? Подожди, а здесь не будет чувак сидеть? Репортер. Не-не-не-не-не-не-не. Хотя, наверное, придется. Но не сегодня. Здравствуйте. А, вот он, репортер. Hello? Hey,
believe it. A real human. Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No. No, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. Unless, of course, Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage, believe me! Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in the station. So either we play nice and help each other out, or... Shit, it's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Okay, you need this. Just get me the fuck out of here! Oh my God. Who is that? It's just me. So you can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true? Hey, you can't keep walking away from me! I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. У нас проблемы. Леон, у нас проблемы. А я открою только эту камеру, я надеюсь. Да хрен там, я открою все камеры. А мне это вообще не нужно. Так, электрощиток тюрьмы. Электрощиток сдох. Найдите главного, пусть быстрее с ним разберется. Полагаешь, это для них, для никого не секрет? Но электрощиток тюрьмы жуткое старье. Нам потребуются особые детали электрощитка, который никто не производит. Впрочем, их еще можно найти в генераторной. Выполнение. Судя по всему, в генераторной всего одна деталь электрощитка. Если одна должна быть у парня, что пришел чинить часовую башню. То есть она, значит, часовую башню, либо электрический. Так, что кто-нибудь спросите, в смысле спросите у него, пожалуйста. Приспособление. Отлично. Покрытку, которую можно ставить в квадратное отверстие. Это что за бабуйня? Да. Фонарик, фонарик. Да не, обойдусь. У них все равно ни хрена не... Чёрт. Я думал, он дверь открыл. Молодой. Надеюсь, тут больше собачек нет. Пивасель. Это что было, блядь? Фонарик.
Ой-ой-ой. Питомник. В питомник я не пойду. Их отсюда, сука, слышу. Тут что-то не лучше. Ребята, чего вы там разлеглись? Разлились они там не просто так. Сообщение от мистера енота. Ну, потрясающе. Здорово, мальчики, мальчишки и девчонки. Это ваш друг енот из зоопарка Ракон Сити. Рад встрече. Хочу рассказать вам кое-что очень важное. Видели мои куклы мистера енота, которые всем так нравятся? Так вот, я узнал, что непослушные дети стали использовать их в качестве мишени. И мне от этого очень грустно. Хорошие детки не будут обижать куклы, не правда ли? Ведь правда? К тому же это очень-очень опасно. Никогда не... Так не поступайте. Словом, увидимся в зоопарке. Да, намек на то, чтобы я их пострелял во все. Что-то мне грустно. Коробочка. Отлично. Леон аутист такой же, как я. Так, уведомление об утилизации. Предмет для утилизации. Ключ от патрульной машины 7439. Подробности пункта. Это ключ, непригодный к использованию. Система дистанционного отпирания двери позволяет открыть двери. И багажник. Ключ от патрульной машины. Погнутый ключ. Не понял. Я вас это не тревожу. Ну, в питомнике не ногой. Нет. Чем у нас открывается? А, тут просто чем-то надо именно электронным. Здесь просто закрыто. Ой-ой. Нет. Никаких питомников. Никаких, блядь, питомников. Там еще и морг в жопу. Пойду лучше в машину. А там какая? 74... 74 с чем-то там, да? А я до нее все равно не дойду. А, только, ну, только если багажник. А, надеюсь, она не будет пиликать, да? Сука. О-о-о. Это хорошо. Найс. Почти как в Таркове. Так, большой магазин позволяет выпускать по 3 патрона за выстрелы. Это из-за вот этого вот? Прикольно, мне бы приклад приделать бы к пистолету, и он бы смог по 3 патрона стрелять. А как переключить режим выстрела? О, зато он целится. Ну, относительно быстрее. У нас тут есть где-то за сейф скамить, потому что место на жестком диске не резиновое. Что такое? Там закрыто. Или ничего веселого. Блядь, ничего, придется в питомник идти. Серьезно? Ой. Не хочу. А тут закрыто.
Твою мать. Может, мне все-таки надо зачем-то открыть здесь? Вроде лута никакого. Это что такое? Да ну нахер. Ой. А, тут закрыто точно. А, подожди, почему я пошел в эту сторону, я же в другую сторону. Парни, мне бы сохраниться, боже. Мне еще и зайти туда надо будет, твою медь. Вообще дело токсинов. Если смешать с красным, то улучшает общее состояние. В смысле ХП общее или как? Тут есть такое? Здрасте. А я люблю животных. Прям таки, блядь, обожаю. Честно. Не делай так. Не делай так, пожалуйста. Jesus. Christ. It's Jason Bourne. Да, может быть, это пустая трата патронов. Ну, ну, на его нахер. Не нравится мне это. Помолчу. Нахер я сюда пришел? Все? Меня ж никто не схватит. Не делай этого со мной. Все, давай. Давай, 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 давай.
Я боюсь, что туда собаку сейчас запхнули. Это что за херня? Хера себе, у вас тут тараканы. Кто это? Не переживай, я скоро уйду. Все, давай. Так, и там точно ничего не пропустил. Вот бы вы тоже были слепые. Так, если у нас здесь есть синий трав, значит у нас тут есть еще какая-нибудь тварь, которую можно сотравить. Типа паука или еще что-нибудь повеселее. Где-то, сука. Где-то здесь падла внутри. Так, нас засейвили. Что-то нехорошее будет. А это откроет двери, типа? А, нам нужно удержать в какой-то позиции, да? Вольтаж. Амперы. Хера себе. God damn it. Где падла? Ну вас нахер. Большая деталь электронного устройства. Ну, это понятно, что это надо в тюрячку, а сохраниться там не можно где-нибудь. Твою мать! Ты еще жив?
Твою мать, ну я же знал, что будут еще. Так, я в задницу, у меня патронов нет. Опаньки. Неплохо. Что еще есть? Страшно. Вырубай. Давайте, удивите меня. Так, что у нас здесь было? У нас открылась дверь сюда. Я на самом деле думаю, может пройти туда сначала, может там сейвилка есть. Вернулись в полицейский участок, да? Да. Отлично. Надо сейвиться и прощаться, потому что место заканчивается. Патрон на дробовик. И хорошо, и плохо. Тут у нас что? То есть, отлично. Это то, что необходимо. Так, эти шляпки мне не нравятся. Места нет. Отлично, патроны. Даже на патроны нет места. Ой, это на патроны на магну. Здравствуйте, мистер Енот. Нет пока места. Что это за комната, интересно? Сторожа, смотрителя. Так. Храни, храни, храни. Пока что. Храни. Гранату не знаю даже. Пофиг, храни. Это оставим. У нас где-то там была дверь. Где еще нужен был рычаг этот? А вот куда вот это надо, я что-то не припомню. Пока что сохрани все. Так, будем сохраняться. Думаю, пора заканчивать. Место не резиновое. Так, всем пока. Продолжим в следующей серии.